На конкурс дети читают стихи, читает Осипов Вова, 6 класс. Сороковые роковые, военные и фронтовые, где извещения похоронные, перестуки эшелонные, гудят накатанные рельсы. Просторно, холодно, высоко, и по горельце кочуют с запада к востоку. А это я на полустанке в своей замурзанной ушанке, где звездочка неуставная, а вырезанная из банки. Да, это я на белом свете, худой, веселый и задорный, и у меня табак в кисете, и у меня муштук наборный. И я с девчонкой балагурю, и больше нужного хромаю, и пайку надвое ломаю, и все на свете понимаю. Как это было, как совпало, война, беда, мечта и юность, это все у меня запало, и лишь потом во мне очнулось. Сороковые роковые, свинцовые пороховые, война гуляет по России, а мы такие молодые.